Доброго времени суток, мои дорогие. Как бы то ни было, несмотря на то, что кто чего говорит, какая сторона, сколько это все продлится, ну, я скажу так, в любом случае, рано или поздно, всем придется оглянуться, посмотреть, что творится, и начать действовать в другом направлении. А вот. Но сегодня я хочу поговорить на ту тему, что есть задача. Путин поставил задачу. Денацификация. Про милитаризацию сейчас это происходит. Мы перемалываем очень жестко всю технику. А как же будет проходить денацификация? Как вот эти затуманенные мозги, кастрюли, вот это вот, как с ними работать? Нужны будут, потому что они кричат, что мы их ненавидим, но среди русских такого нет, среди россиян ненависти нет. Где-то жаль, где-то раздражение, да. Кто-то обижен, ну, там всяких этих, может быть, причин разных, вот, но так, чтобы именно ненависти, ну, во всяком случае, крайне-крайне мало. С той же стороны это прямо льется, не знаю, как фонтан, причем фонтан, который очень плохо воняет. Я попробовала пригласить необычного человека, очень в свое время влиятельного, Лаврентия Павловича Берия. Очень интересный человек. Вы знаете, сейчас попробую вам ощущение о нем сказать. Ощущение. Это что-то такое вот мягкое, какое-то затягивающее в себя, вот такое, знаете, как обволакивающее. Ой, аж мурашки побежали по телу. Энергетика такая, ни злобы, ни ненависти, ни какой-то, вы знаете, такой вот идеологической какой-то вот прямолинейности нет. А вот что-то такое вот обволакивающее, расслабляющее. Но я знаю, вот этот в свое время, когда работала, столкнулась с разведчиком. Вот он тоже говорит, он так тебе сознание немножко усыпляет. Вот, и ты начинаешь ему рассказывать все. Ну, мне это скрывать нечего было, то есть я могла говорить, не боясь этого человека, но в результате потом, когда разговор заканчивается, ты понимаешь, что это было очень неприятно. Ну, давайте попробуем пообщаться с Лаврентием Павловичем Берией. Что он вообще на данный момент думает о нынешней ситуации на Украине? Ну, что я могу сказать? Ну, есть товарищи, которые наделали кучу ошибок в свое время. Нельзя было никого отпускать. Ну, теперь-то чего? Теперь-то надо исправлять. Так что работы много, будем работать, и работать с людьми придется очень и очень серьезно. А как будет эта работа происходить? Эта работа будет такая, изымание, то есть вычленение человека, так скажем, нелояльного, его изъятие из его привычной обстановки, и, соответственно, с ним будут говорить профессионалы. Работа сложная, но это интересно. Покопаться в чужих мыслях, чужих взглядах и это все переделать. Это будет длительный процесс.
Да, длительный, быстро не изменишь. Не получится, чтоб хоп, и все изменилось. Так не бывает. Как это вы говорите сейчас, перепрограммирование нужно будет очень многим. Начиная с малолеток, с детей и дальше, дальше, дальше. Я поражен, когда понял, что даже старики, которые выросли, еще росли в мои времена, у них мозги набекрень. Я этому был удивлен. Плохо мы тогда что-то работали, что-то недопоняли, что-то недоделали. Но работа будет сделана. Будет найдена методика, которая будет работать сразу на большое количество людей. Она уже есть, но она сейчас в доработке идет, когда можно влиять, снимать чужие программы, и человек начинает думать, как бы он думал всегда. Это сложно, но интересно. Вообще ваши времена интересны. Необычного много. Да-да-да. Карты правду говорят. Это будет как фонтан. Чуть-чуть и дальше-дальше, как цепная реакция среди людей. Но, к сожалению, без жертв не обойдется. Это нужно понимать. Работы будет очень много, очень много. Ну и да, результаты будут не сразу, постепенно, но они будут. К сожалению, будут те, у кого может и поехать мозги. Тяжело будет. И даже тем людям, которые будут работать с украинцами, им будет тяжело морально это все видеть. Но это их работа. Они на это будут приглашены и будут получать хорошие деньги. И тогда начнется другая жизнь. У людей откроется сознание. Ну, что еще сказать? Тебе ж не верят. Не верят. А зря. А зря. Сейчас люди наделают кучу ошибок. Даже те, которые тебя смотрят. Они смотрят, а слышать не хотят. А за это отвечать. Отвечать. Да, ладно. Вернемся к этим. Не обращаю внимания, кто хочет не верить, пусть не верит. Но мозги будут промывать всем, в большей или меньшей степени. Да, да, будут ходить по лезвию ножа, еще раз говорю, у кого-то будет сносить крышу набекрень. Кого-то придется в психушке ложить, их придется достраивать и открывать дополнительные отделения. И это неизбежно. Через это нужно пройти и вычистить это все. Ну, работа уже идет в этом направлении. Так что вернемся к старым. К старым временам. Черный воронок во дворе стоял. Черный воронок людей себя собрал. Так и будет. Да, будет страшно. Лаврентий Павлович, скажите, а за что же вас расстреляли? Ха, за что?
Ну, кто же мне дал бы государством руководить? Там слишком было много желающих. И эти хохлы в том числе. Поэтому к этому мы и пришли, что сейчас получаем. Ну, что было, то прошло. Говорят, у вас очень много любовниц было. Это разговоры. Женщины мне нравились всегда, но ловеласом я не был. Да и некогда было. Много было работы. Где-то ошибались, где-то правильно поступали. Так что сейчас вернутся в какой-то степени те времена. Думайте, что говорите. Иначе черный воронок может остановиться у ваших дверей. Ну ладно. Всем пока. Желаю вам успехов. Избавляйтесь от этих нечистот, иначе дальше будет только хуже. Может, еще встретимся. Ну вот, действительно, ощущения неприятные остались. Картинку он как-то грустную нарисовал. Ну, увы. Ладно, поживем, увидим. Денацификацию-то в любом случае проводить надо. Как это будет? Технологии, я думаю, уже давно разработаны. Поживем, увидим. Желаю вам всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. И не забывайте о том, что рассказал нам Лаврентий Павлович. До новых встреч!